Есть замечательный проект под названием «Национальная парусная лига», который объединяет в себя действительно самых сильных яхтсменов страны. Мы совершенствуем себя, делаем фильмы, и мы всячески популяризируем парусный спорт. 5 лет назад мне посчастливилось стать частью этого интересного проекта. Тогда, осенью 2014 года, для нашей команды этап в Конаково был, наверное, настоящим вызовом, потому что многое мы делали впервые, что-то придумывали на ходу, экспериментировали. Сейчас мы растем и развиваемся вместе с лигой. На каждом этапе у нас работает плюс-минус 15 человек. Мы снимаем соревнования земли, воды, воздуха, готовы это делать хоть из-под воды, если потребуется. Наши камеры всегда в центре самых важных и интересных моментов. Начиная с этого года, для всех желающих есть возможность приобрести видеоматериалы гонок со своим участием по выгодным тарифам. Все подробности на нашем сайте.